Сезон весенней охоты на пернатую дичь стартует в Приморье в конце марта. На пресс-конференции в правительстве Приморского края эксперты рассказали об изменениях в правилах охоты и владения оружием, а также подвели итоги осенне-зимнего сезона. Как мы помним, в начале зимы в 4 районах был введен режим ЧС. Те меры, которые были предприняты, они оказались эффективными. То есть в общей сложности только силами нашей организации при поддержке и участии службы охотничьего надзора было выложено порядка 300 тонн кормов, охвачено 27 охотничьих хозяйств, 2 заповедника, 1 национальный парк, региональные заказники. В новом сезоне серьезные изменения затронут в первую очередь правила хранения оружия. Теперь подходить к вопросу обновления лицензии нужно будет заблаговременно. Некоторые охотники во время проверки документов отказываются предоставлять инспекторам разрешение на оружие. За это предусмотрено лишение права охоты. Также категорически запрещено применение нарезного оружия. В настоящее время оружие Ланкастер, Парадокс приравнивается к нарезному оружию. Но это не значит, что те, у кого уже есть такое оружие и срок владения гладкоствольным оружием, в частности, той категории, менее 5 лет, могут сейчас без проблем приобрести нарезное. Нет, для них такие уже условия, кто приобрел ранее, как для владельцев гладкоствольного. Но, соответственно, уже распространяются требования о проведении контрольного отстрела. Охотникам обязательно необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях. Запрещено в период весенней охоты нахождение в охотничьих угодьях, в механических транспортных средствах и плавательных с включенным мотором, применять световые устройства и тепловизоры. Для подбора пернатой дичи допустимо использование подружейных собак, спаниелей, ретриверов, легавых. Часто на охоту берут лаек, однако весной это запрещено. И одно из самых важных правил весенней охоты – самок добывать нельзя, только селезней. Сергей Чалый, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.